Добрый вечер всем. Едем за здоровой пищей. Нас сегодня Лолитка кормит сэндвичами, да, Лолитка? Я спросила, что хотите, вы это выбрали. Карин, ты хот-дог будешь? Да. Ну, не знаю я, может. А вы пробовали хот-дог? Нет. А что? Там есть очень вкусный сэндвич острый, Людмил. Какой ты мне тут раз покупал? Ты знаешь, я хот-дог хотела еще, когда мы в Ставрополь. Ну, давай возьмем хот-дог, попробуешь. Едем в Сакс за бутербродами. Это нам Карина предложила. Любительница здоровой пищи. Что-то у меня эти паруса сместились. Хочется иногда что-нибудь такого вредного поесть и запить кока-колой. Пока не приболела, у меня такого не было. И мне просто так обидно от всего вот этого происходящего. Сейчас купим. У нас время 20:14. А мы только среду обедать будем. Да, я сегодня перекусила. Кто вам мешал кушать? Ты что заказала в итоге? Хот-дог? Хот-дог заказала. А я не знаю, я заказала что-нибудь вкусное. Ой, ну я сказала им, я не сказала, что острый хот-дог. Ну, они, наверное, догадаются. Потом пойдем сгонять, круги наворачиваем. Круги нарезаем, один круг. Сейчас покушаем, и потом... Здесь очень вкусный острый сэндвич с таким осетинским перцем. Знаешь, соленый? Следующий раз. Я просто сейчас хочу сосиски. Нарин, следующий раз. А я хот-доги не очень люблю. Сейчас покушаем, потом пойдем в парке. Круги наворачивать, сгонять наши бутерброды. Это мы так говорим, сейчас покушаем в машине, чуть-чуть посидим и скажем, уже поздно, пойдемте домой спать. Как всегда это бывает, как обычно это бывает. Не, пройдем. Кружок пройдем? Да, обязательно. Худого не было? Да. А я взяла себе, как в прошлый раз, душевный. Это называется сэндвич? Да. Людмила, ты нам какие выбрала? Компас. Да. А у вас прям сэндвич. У меня. А сейчас покажу, где мы заказываем. Вот здесь вот мы заказываем. В Саксе. Очень вкусные бутерброды. Ну так вредные, конечно, но иногда можно. Там куриные, бекончик и. Маринка, собак ужасно боится. Ну ей жарко стало, собачка. Смотри, там еще и какой-то бульдог на положении. Сейчас Алита увидит бульдога, сознание потеряет. Ждали чай с коктейлями, девчонки. И все нам напутали. Люди вместо шоколадного принесли клубничный. А ты латте заказывала? Тебе латте принесли? Ну да. А, но только любимки перепутали. У меня черный чай.